Ребята, всем здравствуйте! После последнего нашего такого, ну давайте своими словами называть конкурса, я сделал опрос в группе. Какой же следующий приз выбрать? Напоминаю, что в прошлом конкурсе мы разыгрывали с вами три пауэрбанка Xiaomi 5000, и в принципе все подарки уже отправлены, и все довольны, и конкурс прошел на ура. Я сделал, как видите, пост, если кто в группе, еще в группе не подписан или не вступил в группу, вступайте, здесь постоянно что-то опрашивается, что-то раздаривается, вот, и как видите, 65% проголосовало за все-таки еще раз разыграть еще 3 пауэрбанка. Если вам понравится, мы еще разыграем 3 пауэрбанка. Нашелся канал, который готов вам их отправить, это канал Китай Пром. Все условия абсолютно, что нужно будет сделать, в принципе, как и в прошлом конкурсе, и эти условия будут в группе ВКонтакте по ссылке в описании. Конкурс этот мы запускаем на 2 дня и будем разыгрывать в очередной раз 3 пауэрбанка скоро 1 сентября. Я думаю, что такая вещь пригодится всем, ну как бы не нужно выдумывать карусель, и есть вещи, например, как пауэрбанк, который абсолютно пригодится школьнику, взрослому человеку, студенту, да, неважно, потому что у всех есть девайс. Им не только можно заряжать планшет, смартфон и так далее. Ну, можно использовать по-разному. Поэтому запускаем на 2 дня. Все условия будут в описании. Участвуйте, выполняйте. И через 2 дня мы найдем новых 3 победителя, которым китайцы уже собирают эти пауэрбанки. Они уже готовы к отправке. И посмотрим, найдем мы 3 победителя через 2 дня на втором канале «Китай рулит». Поэтому все подробности будут по ссылке в описании. Я вам желаю удачи, участвуйте, до новых встреч, пока-пока.